Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим форсунки для двигателя D4HB и D4HA с каталожным номером 33800 2F30. Будет восстановленная форсунка и бошевская форсунка новая. Посмотрим отличия. Видим новую форсунку восстановленную. Первое отличие, которое бросается в глаза, то, что она покрашена. Соответственно, колпачки у всех есть. И видим то, что у новой форсунки такие вот колпачочки стоят. Восстановленные вот такие. Так, видим каталожные номера у них. У установленной форсунки видим 33800 2F30 оригинальный номер. Соответственно, тут же еще красируется бошевский номер, потому что Bosch выпускает для оригинала. Вот видим бошевский номер 04-45-116-017. Так, посмотрим распылители. Видим то, что на новой форсунке, соответственно, стоит новый распылитель. На восстановленной форсунке стоит тоже новый распылитель. Соответственно, в установленной форсунке заменили распылитель и, возможно, клапан. Так, данные форсунки устанавливаются на автомобиле с 2009 года. Это у нас Hyundai AX35. Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage. Так что так вот, следите за своим топливом, на заправках, в которых вы заправляетесь, почаще меняйте топливные фильтра, желательно менять с заменой масла. И ваши форсунки и ТНВД, соответственно, проходят намного дольше. Данные форсунки можно приобрести у нас в любом из филиалов.